Назвали на три буквы. В Чебоксарском ЗАГСе обнародовали списки самых популярных и самых необычных имен, которые давали детям. Одну девочку назвали коротким именем Яра, что означает, по уверениям креативных родителей, «яростная». При этом в топ редких неожиданно попали Маргарита и Надежда. Зато теперь есть в Чувашии Розалинда и Мишель. При выборе имен мальчикам родители тоже проявляли фантазию. Свидетельства о рождении выданы Леону, Гордею и Азалю. При этом уже который год самыми популярными именами в России остаются Анна и Максим.